С конца ноября прошлого года в отдел полиции авиастроительной начали поступать сообщения о кражах из магазинов и аптек. Полицейские провели анализ всех происшествий и установили, что все они имеют схожие признаки. Двери всех учреждений, в которых были совершены кражи, имели пластиковую конструкцию и были вскрыты либо отверткой, либо просто повреждены. Также полицейские выяснили, что все преступления совершены примерно в одно и то же время, в период с 2 до 4 часов утра, когда на улице нет прохожих. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уполномоченные уголовного розыска отдела полиции авиастроительной задержали подозреваемого в совершении преступлений. Мужчина свою вину полностью признал. Он рассказал, что приехал в Казань из Нижнего Новгорода для прохождения лечения от наркозависимости. В ноябре он сбежал из реа-центра и снял квартиру, и на жизнь стал зарабатывать кражами. При этом большую часть денежных средств он тратил на наркотические средства. В настоящее время расследование уголовных дел по всем установленным фактам, возбужденным по статье кража, продолжается. Полицейские проверяют причастность задержанного к другим схожим преступлениям, совершенным на территории города.